Привет всем! В данном уроке мы поговорим о том, как установить драйвер на какое-нибудь оборудование Windows 7, где устанавливаются эти драйверы, как искать драйверы и как их обновлять. Лучше всего искать драйверы, конечно, на сайтах производителей данного оборудования. Переходите в раздел производителя, находите раздел с драйверами и скачиваете для своей операционной системы, для своего устройства. Где устанавливаются данные драйверы? Итак, в операционной системе Windows 7 посмотреть, установлен ли драйвер на определенное оборудование, можно следующим образом. Пуск. Панель управления. И здесь ищем диспетчер устройств. У нас открывается диспетчер устройств. У меня сейчас все драйверы установлены. Если у вас не установлены, у вас здесь будет желтый восклицательный знак. Для того, чтобы установить драйвер, например, вот на видеоадаптер, пускай будет, я кликаю по нему, выбираю левой кнопкой мыши, выбираю свойства, выбираю драйвер и здесь выбираю либо обновить, либо удалить. Если мы удаляем старый драйвер, то мы обязаны будем поставить новый драйвер. Если мы обновляем просто драйвер, то нажимаем на кнопочку обновить. Также мы можем здесь выбрать обновить драйвер. И здесь выбираем либо поиск драйверов на этом компьютере, либо автоматический поиск обновленных драйверов. Я обычно скачиваю обновленный драйвер и выбираю выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Здесь при помощи кнопочки «Обзор» я указываю, где лежит мой драйвер. И потом устанавливаю его. Так, если вы не знаете вообще, что это за оборудование и каким образом искать драйвер, то тут вам поможет поиск драйвера по коду экземпляра устройства. То есть, если вы вообще не знаете, какой производитель и что за устройство, то можно воспользоваться некоторыми сервисами. Ну, давайте, допустим, мне нужно установить драйвер вот для этого вот устройства. Я не знаю, что это за устройство, никак мне его искать. Я кликаю правой кнопкой мыши по нему, выбираю свойства, выбираю сведения, в сведениях выбираю ID оборудования, здесь копирую вот эту вот штуку и иду на сайт devid.info. Запомню сайт devid.info. Копирую сюда вот тот код, который я только что вставил в буфер обмена, и нажимаю кнопочку «Искать». Мне находит тут куча драйверов для всех подряд операционных систем. Вы выбираете, какой вам нужен, и скачиваете его себе на компьютер и устанавливаете. Windows 7, вы скачиваете его себе. Нажимаете капчу, я не робот. Все, полетел данный файл. Скачка началась. Это я вам показал, как скачиваются файлы с сайта devid. Дальше. Может возникнуть следующая ситуация. Например, вы ищете какой-то драйвер для, вот, допустим, видеоадаптера. Заходите в свойства, выбираете сведения, выбираете ID оборудования, копируете вот эту вот строчку,
вставляете вот сюда, нажимаете искать. А вам выдается, мы не можем найти драйвер. Что делать в этом случае? В этом случае вам все-таки придется поискать драйвер на сайте производителя, либо на каком-нибудь другом сайте, но вы должны уяснить, для чего вам надо искать драйвер. То есть производитель вам нужен и конкретно устройство. Для этого вам подойдет сайт pcidatabase.com. Сюда необходимо ввести несколько параметров, которые также можем отсюда скачать. То есть... Кстати, я позакрываю сейчас все окна, которые я пооткрывал. Вот наш видеоадаптер. Кликаем правой кнопкой мыши, выбираем свойства. Выбираем сведения, выбираем ID оборудования, пишем WAN8086, это Vendor Search. А Dev 0046, по-моему, да? 0046. Давайте нажмем на девайс search, посмотрим. Видим, что это Intel HD Graphics, Intel Corporation, может быть. Вернемся назад и нажмем на Vendor Search. Точно, это Intel Corporation, а значит, это есть Intel HD Graphics. Просто вы забиваете в поиск Intel HD Graphics, забиваете вашу операционную систему и ищете свое оборудование. А потом уже скачиваете на компьютер и устанавливаете, как я вам показывал. Все, я надеюсь, эти два сайта PCI Database и devid.info вам пригодились. Скачивайте драйверы, устанавливайте. Всем спасибо за внимание.